Чего ты там проверяешь? Ага. Хочешь проверить, что там бабушка взяла? Ах ты моя кисонька хитрая. Шерлок. А, Шерлок. Ты кисонька хитрая, ну-ка загляни мне в фотоаппарат. Ага. Хулиганишь? Застукали тебя на место преступления? Ага. Опаньки. Ага, тут у нас аквариум. Шерлок хулиганит у нас? Красотулечка, ты моя хулиганистая. Смотри, как тут мягко, хорошо. А? И ты не хочешь тут находиться? Опаньки, опаньки. Вот этот Шерлок у нас завалился. Вот это у нас завалился. Ой. 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 А сюда не хочешь? Киска ты моя славная. Кисонька ты моя, кисонька. Ну и ладно. Мордашенька ты моя, мордашенька. Добрый день, друзья. Я продолжаю серию забавных историй про нашего котика Шерлока. Для тех, кто впервые зашел на канал, объясняю. Этот котик живет в доме моей дочери Марины, а я иногда прихожу к ним в гости и снимаю про него видео. Иногда это когда дочка дома, иногда дочь моя на работе, и вот котик Шерлок целыми днями бывает один. Конечно, ему скучно, и он ищет какие-нибудь приключения. Какие приключения можно найти в квартире? Игрушки, которые уже поднадоели. Ну и на балкон. На балконе, конечно, много всего интересного. По крайней мере, можно на улицу посмотреть, на птичек, на насекомых. И вот такие моменты, когда прихожу к ним в гости, я снимаю. В этот раз вот котик решил прогуляться по балкону. Марина постелила ему тут с обеих сторон подстилочки, чтобы он отдыхал днем на солнышке. Когда жарко, он на полу отдыхает. Вот такие у него прогулки по балкону. Туда прошел, сюда прошел. Где-нибудь найдет что-нибудь, посмотрит, поиграет. А мы с удовольствием наблюдаем за ним. Я люблю нашего котика Шерлока, часто с ним разговариваю, люблю гладить его мягкую серую шубку. Котик подрос, стал больше, более спокойный, не такой уже озорной. Хотя моя дочь говорит, что иногда он вечерами бесится, но видео про него она не снимает. А при мне вот котик не очень бесится, но хотя находит какие-то забавы. Вот он сейчас спустился с балкона.
Нашел какой-то там проводок и начинает проверять, что это за проводок. Достает его и играется. Никак не вытащишь? Где же у нас такое? Все, загнали. Не, это ты проглотишь. Я тебя забрала. Дорогие друзья, я еще буду снимать видео про нашего Шерлока. Он котик симпатичный, фотогеничный, забавный. Я люблю снимать про него видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Потому что смотреть, как играются котики, как живут котики, это большое удовольствие и отличный релакс. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Я всегда рада друзьям. И старым подписчикам, и новым друзьям. До свидания.